В преддверии Дня медицинского работника на базе Полоцкой городской больницы прошло торжественное собрание. Церемония стала знаком глубокого уважения и признательности врачам, младшему и среднему медперсоналу, провизорам и фармацевтам. С начала 2020 года распространение коронавирусной инфекции изменило обычный уклад жизни людей. На Полоцкой земле первый случай COVID-19 был зарегистрирован в 2020 году 28 марта. С этого периода медики стали работать в усиленном режиме. Изменилось все. Изменился стиль, образ работы, методы, подходы, схемы лечения, условия пребывания пациентов в стационаре. Изменения затронули абсолютно все сферы. И то, что мы имеем сегодня, это благодаря, наверное, тому, что медицинские работники нашего учреждения, как и в целом по республике, не остались один на один со своими проблемами. Была оказана поддержка и помощь, начиная от линии Министерства здравоохранения, облсполкома, районная исполнительная власть, совет депутатов, простые граждане, ну и, конечно же, руководители предприятий и организаций города. И на сегодня мы можем с гордостью сказать, что у наших медиков не было вопросов в выборе и оказании и методах и способах оказания медицинской помощи. Помощь получали все те, кто в ней нуждался. Это касается кислородного обеспечения, обеспечения лекарственными средствами. В честь праздника наградили лучших работников здравоохранения Полоцкого района. Заместитель главного врача по медицинской части Алексей Аниськович удостоен звания «Отличник здравоохранения Республики Беларусь». Заведующий станцией скорой медицинской помощи Иван Кошкин получил нагрудный знак за взаимодействие в сфере медицинской помощи. А главный врач Александр Стома награжден грамотой Национального собрания Республики Беларусь. Слова благодарности и признательности за профессионализм, доброту в адрес работников здравоохранения района высказал председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович. В подарок медикам он вручил сертификат на 30 тысяч рублей на приобретение спецодежды. Я думаю, большую часть медработников мы обеспечим современной защитной спецодеждой. В Полоцком районе обеспечена доступная и качественная медицинская помощь для каждого пациента. Ежегодно улучшается материально-техническая база больниц и поликлиник. Сегодня в лечебных учреждениях района есть все, чтобы оказывать квалифицированную врачебную помощь. День медицинского работника – особый праздник для каждого, кто связал жизнь с этой благородной профессией. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.